Добрый день, меня зовут Сергей, я представляю компанию RS Property. Сегодня мы с нашими клиентами, которые уже стали нам друзьями, отправились в Манавгат, в новый торговый центр Авада. Добрый день, Татьяна, как у вас настроение? Настроение отличное. Сегодня мы приехали в торговый центр. Наши друзья RS Property сделали нам такой, подарок, что ли. У друзей принято делать подарки. Поэтому сейчас мы здесь, решили перекусить и заняться, наконец, шопингом. Приятным занятием на отдыхе. Мы здесь уже третий сезон проводим. Нам все нравится. Мы живем в Алании. В Алании все торговые комплексы нами уже изучены, как вы понимаете. Поэтому сегодня по любезному приглашению RS Property мы посетим и посмотрим здешние магазины, этот торговый центр. Огромный, как мы увидели с первого взгляда. Как у вас? Как получилось? Как все хотели? Отлично, все понравилось. Шопинг в Турции вообще очень увлекательное занятие. Здесь представлены как турецкие, так и европейские бренды. Торговый центр очень большой. Можно найти на любой кошелек магазин. И даже в самых недорогих магазинах качество очень достойное. Как и во всей Турции, я уже говорила про текстиль. Так что еще раз спасибо RS Property, за то, что нас сюда пригласили.